Но уходит шайба дальше. Здесь Сафонов опять пытается затолкать. Вот все пытаются казанцы вот сейчас отсюда с пятака затолкать. Вот сейчас уже точно будет удаление. Не знаю, обоюдно или у кого-то будет большинство. Но рано или поздно мы должны были к этому прийти, потому что не первая такая уже стычка перед воротами. Когда-то штрафные минуты должны были быть выписаны. Сейчас посмотрим, что тут и как. По 2 минуты за грубой. Обоюдное наказание получают здесь Филлипс и Галимов даже. Вот бросок Галимова с отрицательного угла. И пытается потом добить Сафонов. Тоже и коньками, и клюшкой. Ну и все, потом Филипп Сафонова, ну да, вот здесь, конечно, уже прихватил. И правда грубоватый Галимов.